Важность коровы. Лошадь по писанию нечиста, на копытах нету ни разреза. Можем здесь чему-то научиться, не пустым занять свой ум полезным. У кого разрез глубокий, жвачка, чистый для съедения человеку, в жертву только их Господь назначил. Это тоже умным на заметку. От кого погибших было больше, больше, а кормилицей кого навеличали, в помощь дал Господь нам разных и хороших. Но корова во дворе начальник, но корова во дворе начальник. Бык священным числился животным, тысячелетия в Египте поклонялись, маялись, как рвотным. А теперь их Бог лежит убитый, сжатые условием запрета. Стали резать лживых же богов, это все для Ветхого Завета, с указанием на Христову кровь. От кого погибших было больше, больше, а кормилицей кого навеличали, в помощь дал Господь нам разных и хороших. Но корова во дворе начальник, но корова во дворе начальник. Лошадь и осел, лошак ему, все однокопытные в подковах, для езды, не для еды, как стул. На столы из чистого готовят, что важнее лошади коровы, для войны седла и коней. Кормимся от вымени подковы, скот рогатый нам сто крат важней. От кого погибших было больше, больше, а кормилицей кого навеличали, в помощь дал Господь нам разных и хороших. Но корова во дворе начальник, но корова во дворе начальник. От кого погибших было больше, больше, а кормилицей кого навеличали, в помощь дал Господь нам разных и хороших. Но корова во дворе начальник, но корова во дворе начальник.